3000 студентов выбрали только 100 лучших для участия в конференции «Менеджмент будущего 2019». В программе открытые дискуссии, профессиональные спикеры и ответы на актуальные вопросы. Каждый год в кампусе СПбГУ «Михайловская дача» организаторы превращают в реальность мечты студентов о стажировках в ведущих компаниях. Мы считаем это важным, потому что необходимо развивать бизнес в нашей стране, в которой столько возможностей. Три насыщенных дня, три основные темы – общество, бизнес, личность. В этот раз получилось затронуть многие проблемы современности. Заменит ли нас искусственный интеллект? Какой теперь будет компания в цифровой экономике и не только? Позади меня студенты, которые пришли встретиться со своими будущими работодателями, чтобы узнать, какие навыки им пригодятся для работы в будущем и какие изменения нас ждут уже сейчас. Критическое мышление, желание получать знания, умение работать в команде, готовность пробовать и не бояться ошибиться – вот что в данный момент важно компаниям. Получается ли у студентов сейчас все это совместить? Получается абсолютно, да, показать, что они готовы изучать новое, они охватывают тот необходимый объем, который мы им даем для того, чтобы они, например, сделали проект, и успешные студенты у нас в компании уже, поэтому все получается, это все возможно. И это не может не радовать. Общение со спикерами, выполнение кейсов и умение задать нужный вопрос могут стать решающими, чтобы тебя заметили. А найти работу благодаря конференции реально. У меня в департаменте работает как раз выпускник недавней этой лидерской программы. Он еще там 2,5 года назад был выпускником вуза. Сейчас парень возглавляет рабочую группу по одному инвестиционному проекту на $500 миллиарда. Руководит там в целом как вот такой лидер группы примерно 20-30 такими сотрудниками. Такие примеры вдохновляют многих участников. Кто-то из них еще ищет работу мечты, а кто-то уже сейчас уверен, с кем хотел бы сотрудничать. Меня интересует в первую очередь ВТБ, потому что я в ближайшее время буду проходить туда собеседование. Лично интересная компания «Лента», потому что я решала ее кейс, конечно, «Северсталь», вообще ВТБ, так как я работаю сейчас в Сбербанке, и тоже банковская отрасль, мне очень интересно. Менеджмент будущего – не только профессиональные возможности, но и особая атмосфера, которую вместе создают студенты. Мы заряжаемся энергией друг друга, узнаем, что новое об отраслях, о экономике, вообще трендах, тенденциях. Возможно, именно их идеи положительно повлияют на развитие российского бизнеса и экономики всей страны. Валерия Мельникова, Владимир Лушин, Алексей Чупко, медиацентр СПбГУ.